Всем привет, друзья! Мы снова собираемся на велосипедах. Как мы планируем, в принципе, каждый год поехать на электричке или на поезде в другой город и возвращаемся по реке Рур, по этому так называемому Рур-Таль-Радвейк, который, в принципе, идет 150 километров все вместе. Ну, мы поедем где-то километров на 50, мы поедем в Бохум-Дальхаузен и оттуда будем возвращаться, ну, примерно будет километров 50 такая штрики. Вот, и это нас сегодня будет четверо: я, мой сын, мой брат двоюродный и его отец. То есть три генерации мы поедем. Да, будет прикольно наверняка. Погода маленько не очень сейчас у нас, это что-то тучки набежали, но мы поедем все равно, мы уже запланировали, и поэтому поедем по-любому. Давайте увидимся позже. Вот мы, короче, на вокзале уже приехали. Вот такие вот сделаны специально, я сейчас покажу. Вот поезд, и велосипеды надо поставить. Вот. Ехать нам минут 45 примерно до этого Бохум-Дальхаузен. Вот. Ну, конечно, маски нужно опять одевать. Все еще нужно одевать в поездах, в автобусах. Ладно, здесь у нас много народу, я снимать не буду в поезде самом. Сейчас сидим в поезде, ждем. Долбанные маски уже надоели с ними. Даже думаю, сейчас сядем в поезде, похаваем. Вот похавали. Ладно. Thank you.
Вот, друзья, 20 километров проехали. Первый перерыв. Сидим на берегу Рура. Какая классная кафешка. Фу, хорошо. Погода сегодня пасмурная, но тепло, нормально. Уже футболки поменяли. Уже сырые насквозь. Красота. Конушники гоняют. Супер. Смотрите, какой зачетный классный поезд приехал. Вообще красотища. Вот здесь живут богатенькие. Эссен Бредене называется район. Тут вон там в горах вообще. Ну, в горах, конечно, громко сказано, да, но там такие виллы. Вон чувак проехал, классный велосипед, только что его обгонял. Вот, вообще едет фули, я таких еще не видел даже. Прикол. Смотрите, что здесь в воде лежит. Здоровенный карп. Помер. Блин, вообще машина, блин. Охренеть. Килограмм на 15 будет точно. Жалко. Жалко. Но такое бывает. А, все, ребята, едем дальше. Сколько там у нас уже на Тахо? 23. 23? 23 километра. Еще 20 минимум до дома. Ой, все, давайте. Thank you.
Ребята, 35 километров мы уже проехали. Сейчас мы находимся в районе Эссен-Кетвих. Вот видите, сзади меня такой мост. Это как бы такая дамба, да? Где вода с другой стороны. Я потом кое-что сделаю. Падает минимум где-то 8-10 метров ниже. Вот на этом месте тогда, в прошлом году, когда было наводнение, вода стояла до самого верха. Вот где я сейчас стою, нельзя было стоять, если все было в воде, полностью было затоплено. И вот там сорвался корабль такой, метров 15-16, такой пассажирский. Вот, и вот здесь он тонул на этом месте. И вот так течение понесло, несло, несло, несло. И он там полностью перевернулся. Не знаю, если я видео такое найду еще, потом поставлю. Ставлю видео, чтобы увидели. Вообще прикольно. Красота, Эссен-Кетвих. Вот так вот живут люди здесь. Вон там наверху наверняка какие-то приватные квартирки. Красотища. Километров, ребята, мы приехали в Мюнхен, как называем, такой Вассербахнхоф, водяной вокзал, да, точно перевести. Вот здесь можно сейчас, вот он, Мюнхенский вокзал. Здесь можно вот на этих корабликах ездить до этой, как я говорил вам, там, где корабль тонул в прошлом году. До этого места доезжаешь, до этого, как оно будет по-русски, даже не знаю. Вот, и это и обратно, ну примерно час можно покататься. 10 евро, по-моему, стоит билет, может сейчас уже дороже после короны. Вот, короче, мы проехали уже 45 километров, и до дома еще минимум десятку ехать надо, минимум. Мы сейчас думаем, как поедем. Давайте, потом увидимся. Все, ребята, мы приехали домой. Сейчас покажу, сколько километров.
56-79. 56-79 километров. Капец. Все померли. По крайней мере, наши пятые точки уже все никак не хотят сидеть. Но получилось почему-то больше. Видимо, я просто когда подсчитывал маршрут, оно выходил как бы именно от одной. Мы как бы едем, начинаем в другом месте и заканчиваем в другом месте. Поэтому получилось намного больше, чем мы проехали, чем посчитал компьютер. Вот. Еще один такой классный был момент у нас, когда мы ехали на поезде. Мы купили билеты, уже все как это, правильные бюргеры, такой на один на четверых, и на велосипеды отдельно покупали все. На каждый велосипед, но по отдельности брать такие эти билетики. И одну остановку до конца приходит контролер. И такие говорят, вот это, а почему вы это, а их нужно было как бы штемпель, да, а мы это мы посмотрели, нигде ничего нету, значит, думаю, так не надо ничего. Да, и так сели в автобус, и все, ну, в поезд. И говорят, вот, 240 евро с вас, ребята, 60 евро с носа. Мы такие, ну ладно, вы что, ребята, заканчивайте. На самом деле, что было нам повезло, что билеты для велосипеда, они уже были, мы когда покупаешь, они уже со штемпелем идут. А эти, которые на 4 человека, ты его можешь как бы 4 раза использовать или можешь раз четвером проехать. А его можно, нужно штемпеливать каждый раз. Вот, мы это не знали, вот. Нас простили, правда, и мы не заплатили денег, конечно, было бы, конечно, горько так за такую глупость 60 евро с каждого платить, хотя Максима мы все равно бы отмазали, потому что у него школьный билет еще есть, на всякий случай, вот так вот. Ребята, короче, все, я иду в душ, всем привет большой, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мы будем дальше выкладывать такие видосы. Всем пока, не болейте.